Если у вас есть камни в желчном пузыре, так можно избавиться в программе «Желчекаменная болезнь». У нас есть такая программа на 3 месяца. Первый, второй месяц вы подготавливаете свой организм, камни измельчаются, там входит омега, наша омега, которая холестерин, да, уровень снижает, еще есть эпамы, чаи есть. И на 3-й месяц уже можно истоки чистоты. Может, кто-то думает, тригелем нельзя, там камни, но истоки чистоты только в 3-м месяце. Вот такие вот баночки, вот такие капсулки. И синий легко запомнить, вечерний, потому что небо темное, да, уже. Это солнечный цвет, то есть это утреннее. А это зеленое. Утром одну и вечером одну капсулу. 180 капсул на месяц курс. Очищает полностью желчные протоки, печень. Защита идет внутриклеточное, внеклеточное очищение. И почки тоже. И еще мочеиспускательную систему полностью очищает. А еще знаете, в чем секрет? И, конечно, это не секрет, я уже в ТикТоке говорила, что лимфатическую систему полностью очищает. И еще кровеносную систему. Если тебе интересно, переходи по ссылке в шапке профиля, и я тебе больше расскажу.